Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня прокачка и обзор нового героя Лисы. Я его забрал с рынка, собрал осколками частично, ну точнее в основном собрал пыльцу, за пыльцу осколки и добил с рынка уже его, чтобы показать вам, посмотреть. Ну, честно скажу, особого кайфа, как раньше, наверное, битва замков, думаю, многим не приносит, но все-таки герой донатный и, думаю, для многих будет интересный. Имеет кучу иммунитетов, кучу всего. В общем, поехали. Посмотрим, что это за имба, что он может и стоит ли его вообще брать. Такс. Вот так вот у меня уже сразу же с бегом, блять, это просто изи, ребят. Это самая крутая сборка, которая не может не есть и не может быть. Это просто подарок. Так, давайте вкачаем. Так, что у нас есть? Давайте мы немножко лаву поднимем. Леванса. Чтобы посмотреть, как он будет себя вести, что он может вообще, где его будем использовать. Ну, я думаю, он будет на многих локациях, как и многие донатные герои. Точнее, как и Зефир, и Огник. Остальные донатные герои нафиг, по сути, уже не нужны. Такс. Отлично. Вот так вот выглядит скин. Огненная лиса, в общем, лиса. Жизни, сейчас глянем, сколько там жизни у него, у нее. Он сливается, как видите, отсмотра очень быстро. 87, ну это не прокачанный, давайте прокачаем. Немножко скилл. Так, 10-10. Что герой делает? Призывает заморозку на 10 левеле 3,5 секунды, 1580 урона. Также они могут 3,5 секунды хилиться, получает плюс 60% уклонения, имеет иммунитет к заморозке, окаменению, обездвиживанию, молчанию и забору энергии. Но есть к стану, то есть его можно будет застанить. Весь урон этого героя игнорирует иллюзорность. Вот так вот. Такой вот перевод этого героя. Давайте сразу же его качнем и посмотрим, что оно из себя представляет. Надеюсь, у меня ресурсов хватит на этом аккаунте. Я хочу качнуть просвет, чтобы сразу посмотреть автопрок, не автопрок и все остальное. Единственное, не знаю, хватит ли мне камешков на 14 скилл, но обычных розовых. Надо было все-таки забрать их. Вчера или позавчера продавали. Что-то провтыкал момент. Так, есть прорыв, докачали. Теперь можем ставить эмблемы. Поехали, начнем с подземок. Посмотрим, что герой может. Подземки со станом, как раз то, что нам надо. Как видите, станется он довольно-таки охрененно.
бьет неплохо по зоне, замораживает хорошо. Да, это интересно. Судя по всему, что я вижу, он автопрокер. По-моему, он в этом не ударил, но сейчас проверим это. Ну, урона у него действительно, это без эволюции герой. Урона у него дофигища. Давайте закинем ему ремочку сразу. Это подальше его выбросим. Да, автопрокер. Довольно-таки охрененный автопрокер, я вам скажу. Круто смотрится. И дамага у него дофига. Урон практически, насколько я понял, по всей карте. Ну, непонятно, по всей или не по всей. Но мне кажется, на отражалках, короче, надо ставить и подашку. На отражалках будет очень жестко убиваться. И от стана что-то ему ставить однозначно. Ну, в общем, для подземок хорош. Давайте попробуем его на волнах. Сразу же затестирую. Ставлю в центр. Ставим сюда воодушевление. 9 есть. Выбираем героя. Посмотрим. Что он может. Надо бы, конечно, далеко. Давайте с А-волны начнем. Ну, тут есть отражалки, если я не ошибаюсь. Так, ну, бьет, если в центр поставить, бьет, в принципе, по всей карте. Это плюс. Конечно, пока в одной стороне скилл действует, в другой стороне могут тачить. Но это такое. Дамага, как видите, дофига. Все, слился. Слился на Атланте, на отражалке. Хорошо. Значит, попробуем сейчас ему качнем. Вариант подашку. У нас все-таки есть скин. Вот вариант, и пойдем еще раз на волну. Ну, таким вариантом, в принципе, очень круто будет смотреться. Герой без эволюции, ребят. Без эво, волна АА. Я считаю, это реально очень крутой скилл у него. Единственный момент стан. Но если на фарм, это вообще просто топовый герой. Вот посмотрите, 3,5 из 5 героев в заморозке просто. То есть нифига сделать не может. Для PvP локации это однозначно будет очень крутой герой. Так как он еще и автопрокер, то есть это как космо, как ледяха, для любых локаций он будет реально тащить. Вот получает отражалку от демона по 5000. Ну, у нас нету отхила. Ну, в общем, думаю, вы и так все поняли, что он реально здесь, ну не здесь, а на многих локациях будет тащером. Так, хорошо, поехали дальше, делаем ему эволюцию. Okay.
Так, первая ава у нас есть. Давайте ему что-то для отхила поставим. Того же самого ангела. И сделаем аугментацию. Ну, собирать его, наверное, я буду все-таки на атаку. Плюс какой-то деф надо ставить. То есть ССка однозначно нужна. Либо обряд лечения. Так, сейчас посмотрим. О, планы герой дальники и набор энергии. О, у меня тут куча карт. Прям море карт. Такс. Надо будет карточки позабирать. В принципе, мы можем поставить, собрать сборку на атаку, поставить сюда суперсилу. Делать максимально атакующую сборку. Ну, потом я, конечно, ее перекачаю. У меня суперсилы дофига есть. Можно не жалеть. Ну, это тупит. Так, давайте немножко наролим так слегонца снарягу. Звездия. По дамагу это однозначно очень крутой топовый герой будет. Дамага здесь немерено, единственное, надо обезопасить от отражалки и от стана. То есть это ПДшка вариант. А насчет ОЗ, ОЗ плюс ПДшка. Ну, стан тогда надо думать, что делать со станом. То есть либо суперпэт, либо уклонение. Дофига от героев. Только такой вариант. Немножко здесь под ролью уклонений. И посмотрим на героя на эволюцию. Что он может? Как-то так все поочередно идет. Страшно. Можно было такую сборку с пятерками оставить на первое время на тест. Не хотят давать нам уклоны. Пятерка. Оставим пока так, чтобы не затягивать. Делаем такую вот сборку. Так, вот такой вот вариант у нас. Давайте еще разок попробуем на волне посмотреть. Юнита я нанимать не буду. Поехали. Смотрим на героя с эволюцией. Ну, дамага реально очень много. Плюс заморозка такая, но нереально круто. На деф, на битву гильдий.
круто смотреться будет герой. Фракция, правда, серая, не зеленая, но все же. Все же герой будет очень крутой. Я думаю, волна АК с ним будет проходиться на изи. Будем пробовать тащить. Вот тут вы сами все видите, то есть ему пофиг, и демон еле-еле добирается. Это причем 10-й скилл, это не максимальный скилл. Тут однозначно герой очень топовый, очень крутой. Так, поехали дальше. Или качнем ему. Ну, в принципе, нам 74 тысячи, 74к мы должны до максималки дойти. Вопрос у меня в камнях розовых, хватит ли мне их. Потому что, в принципе, почти качнули, не хватило синих. Видите, с кристаллами напряг, очень много героев качаю, перекачиваю, хватает нам с вами кристаллов. Ну, есть красная, если что. Так, 13-й есть, побежали, попробуем. Или хватит нам на 14-й? Наверное, нет. А может, и хватит. Там 10 надо. Сейчас проверим. Наверное, не хватит. Нет, должно хватить. Раз. Как раз хватило. Отлично. Сделали мы 14-й скилл. 14-14. Неплохо. Давайте сделаем еще эволюцию. Вторую. Ну, потом я уже с прорывами докачаю все, покажу вам ее на максималке, на PvP локациях. Ну а так пока предварительно, герой действительно стоящий. Однозначно очень крутой, и тащер будет во многих локациях. Где-то на PvP локации посмотрим, как ее разваливают с пару тычек. Но по зоне бьет, ну видите, без прорыва, это как и все остальные герои, это хрень полная. А вот на волнах очень круто смотрится. Но я думаю, и на PvP локациях будет очень хороший герой. Давайте, если что, посмотрим пятую кошмарку. Все-таки уже вторая эволюция, более-менее герой собран. Но видите, стан. Самая большая проблема — стан. Со станом вообще беда. Герой сливается. То есть от стана надо ставить однозначно сюда железку вместо водушки. Давай, не притормаживай. Что-то сервак сегодня тупит. Да, сервак. В последнее время что-то реально заметил, что на английском серваке обычно какая-то срань творится.
не хочет ставиться у нас эмблема, ничего у нас не хочет делаться, вообще ужас. В рейды дает нападать, эмблему ставить не дает. Жесть. Ладно, давайте попробуем. Мне интересно протестить еще на подземке. Посмотреть скорость набора энергии и дальность атаки. Так, дальность атаки. Ну, дальник. 3-4 клетки. Набор энергии. В принципе, тоже довольно. Ну, здесь атакуют просто, ну, выше среднего. То есть герой вполне очень даже ничего, я вам скажу. Для подземок, для разных локаций. Это очень крутой герой. Поэтому у кого есть возможность, конечно же, стоит брать пыльцу сейчас и пробовать собирать сразу же все герои вместе. Ну, не хочет он ставиться, ну, я не знаю, что за фигня. Там бегаем, ходим, это не хочет ставиться. В общем, вот так вот, ребят. Пишите комменты, что вы думаете про героя, ждите обзорчики на максималке по локациям. Ну, пока это очень неплохой герой. Всем удачи, всем пока.